Здравствуйте всем. Сегодня на повестке дня у нас такая болезнь малины, как железистый хлороз. Сейчас на видео вы можете наблюдать листья ярко-желтого цвета, такие лимонные белые с зелеными прожилками. Это явный признак недостатка железа. Значит, каким образом железо попадает в куст, да, в листья? Через корневую систему у нас усвоение происходит. Если только либо погодные условия, либо еще какие-то факторы сыграли роль такую, что железо стало недоступной для корневой системы формы, вот, то есть корневая система не может его усвоить, и из-за этого возникает дефицит железа. Вот этот дефицит железа, сразу его видно, таким образом он проявляется. Значит, чем лечится? Чем лечится? Лечим... Вносим по листу железо в хилатной форме. Вчера я вносил уже железо по листу, вот листик начинает зеленеть. Некоторые листья отойдут, вот видите, он наливается зеленью. Но некоторые листья не отойдут, уже им все, кранты. Вот здесь вот посмотрите, вот по краю начался некроз листа. Это уже все, листу кранты, куст будет приболевший. Вот буквально несколько кустов, вот они, приболели у нас. Значит, любым железом в хилатной форме рекомендовать буду только Брексил и хорошие препараты. Берите хорошие проверенные препараты. Это всякая ерунда, по 15 рублей ничего не помогает. Всем спасибо, до свидания.